в Ивановской области женщина родила ребенка в машине скорой помощи, пока фельдшер ехала вместе с водителем. Через несколько часов ребенок умер. Медик объясняет, что села к водителю, а не к пациентке, из-за подозрения на ковид. Утром она почувствовала себя не очень, заметила признаки коронавируса и сдала тест. Он показал отрицательный результат, но фельдшер все равно решила не рисковать и оставила беременную одну в машине. Пока скорая ехала в роддом, женщина успела родить, о чем и сообщила врачу. Фельдшер запеленала новорожденного, после чего передала его врачам. А вот дальше случилось ужасное. Через несколько часов новорожденный малыш умер в роддоме. Что стало причиной его смерти, пока неизвестно, однако в СК уже успели возбудить уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Фельдшера отстранили от работы, сейчас она находится на больничном.